Итак, ребята, всем привет! С вами Седой Копатель. Сегодня будем шурфить. Наконец-то я вырвался. Руки чешутся прям до безобразия. Хочется какие-то сигналы копать. Нахожусь вот в таких кустах. Честно говоря, выше моего роста. Лопухи, конополя, иван-чай. Чего здесь только нету. Крапива вообще жгучая. И комары, конечно. Копаю сегодня один, без Кинга, в связи с тем, что нахожусь в населенном пункте. Здесь всякие дикие бродячие собаки бегают. Не хочу, чтобы отвлекал шум. Вот, без палева копаю. Соседей нигде нету, так что спрашивать некому. И вот втихаря тихонечко копаю. На Аське звук убавил. В общем, ребят, ориентируюсь. На этот раз я по конопле, потому что конопля любит рыхлый грунт. А это означает, что там, где обитали люди. То есть место жилья, где-то место обетования, то есть культурный слой. Они рыхлые любят. И вот в данном случае я разрабатываю фундамент. Сопутка есть, это радует, но сопутка не очень. Сейчас я вам покажу. Короче, первые копки были приятны тем, что сразу появился культурный слой. То есть культурный слой — это вот такой вот, ребята, слой. Вот такой вот. Появилась черная керамика, рыжая керамика, советская керамика, тонкое стекло, самое главное. Тонкое — это царское, черное — это 17-18, это 19. Кирпич полез сразу. Но глубина всего-навсего на два штыка, то есть как бы не особо меня радовало. И сопутка здесь вот такая вот. То есть как бы сопутка у нас сарайная. Железо, напильники, в общем, всякая вот такая вот лабуда. И это означает, что нам нужно искать другое место. Шел я через эти вот лопухи и видел в стороне там еще один очаг конопли. Вот, походу, это задняя часть двора, хоздвор. А дом стоял туда ближе. Сейчас я пойду туда, посмотрим. Итак, ребята, опыт не пропьешь. Как я вам и говорил, что следующий очаг конопли будет зачетный. И вы знаете, придется мне сегодня копаться в мусорке. Но мне не привыкать, я не белый воротничок, а обычный, из народа. Смотрим. Вот она, ребята, конопля растет. И первые копки сразу дали хорошую сопутку. Ну, сопутка, конечно, советская, мусорная. То есть знаете, что такое, да? Изолятор. Значит, точно здесь был дом. Стекло советское. Горшочки обожженные. Детская скакалка. То есть я в нужном месте. И там под лопатой полно мусора. Это такое, стекляшечка какая-то. А не, не стекляшка, а бутылка. Вот. Так что сигналов будет много. Особенно таких вот советских всяких пробок, всяких. О, короче, мусорка, ребята. Копаемся в мусорке. Что даст мусор, вы увидите в этом видео. Стоит копать такие места или нет. Лопух созрел, здоровый. Конопля. Ну, конопля тоже созрела, семечки появились. Я не специалист. Поехали. Итак, ребята, первая прозвонка. Мусора много выкопал. Это только начало. Мусор, ребят, смотрите. Вот такой вот. Это даже я не прозваниваю, просто выгребаю. И более-менее чистая какая-то земелька пошла. Решил прозвонить. И вот он, кругляшок. Советик, походу. Сейчас глянь. Это царская копейка николаевского формата. 1898 какой-то. Ай-яй-яй, первая, ребята. Первая. Немножко с дефектом. Гурт немножко поведен. Но ничего, с почином. Вот такая вот ямка пока. Первая прозвонка. И первый царь. Пойдет. Пойдет.
ребят, ямка у меня увеличилась уже вдвое до последней монеты. Неприятно швыряться в таком мусоре, и приходится, знаете, среди советского доширака встречается 18 век. Вот так вот, доширак, 18 век, пиво жигулевское. И вот монетка по размеру пятачок. Давайте глянем, что это. Да, да ладно, ешь твоя. Это 50 копеек, 92-й год. Вот это да. Империя сверху и глубже 50 копеек, 92-й. Вот такие вот нюансы. Вторая монета. Ладно, идем. Кусты, тенек. Да, в принципе, сегодня прохладно. Ребят, я сделал выводы. Надо менять шурф. Я устал. Устал копать вот это вот все. Вот это вот. Смотрите, весь культурный слой. Вот такой вот вообще безобразие полное. Мусорку сделали еще, наверное, при жизни дома. И буду менять. Выпала монета. Это у нас 5 копеек. Вот он ранний. 5 копеек. В принципе, сохран хороший. Отмочится, думаю, хороший будет. Последний нолик. Старый герб. 30-й год, значит. Вот такая вот монетка. Да уж. Мусора. Вообще. Менять буду. Перейду. Должен быть следующий там фундамент. Прям должен, не должен ошибиться. Лишь бы найти коноплю. И в конопле забуриться. Итак, ребят, перебрался я на следующий шурф. Порядок домов идет. Некоторые заброшенные, некоторые просто вымерли. Вы знаете, пару лет назад кто-то шурфил, наверное, в метрах двух-трех. Да, там попадается что-то, но я вот зашурфился вот здесь вот, потому что здесь мне понравился культурный слой. Ну, какой культурный слой? Рассыпчатый. Вот, сразу идет у нас керамика, стекло, кирпич. Вот, сопутки, конечно, нету, но это плохо. Вот, сейчас я немножко раскопаю, посмотрю, что за место. Я всегда сначала смотрю, как тут что. А потом уже приступаю к полному шурфу. Итак, ребят, вот мой шурф керамики. Блин, вообще, вернее, не керамики, а вот черепков таких вот куча везде. Я немножко вот здесь вот вначале начал собирать, потом думаю, блин, ее тут вообще полно. Походу, здесь была гончарка, потому что такая, знаете, зола. Затем, ну, такие вот, как они, оплавыши-то называются. Вот, но сигналов что-то нету. Не особо. Ладно, посмотрим, что здесь будет. Наконец-то что-то цветное попалось. Так, их я еще лопатой заделал. Да. Не знаю, что-то советское. Имеется флаг СССР. Звезда в середине. О, здесь она на цепочках что-то была. Жалко, надо будет сейчас искать цепочку и продолжение. Что такое, не знаю. С таким первый раз сталкиваюсь. Первый сигнал, ребят, цветной. Первый. Больше здесь нет. Накидал уже вот такую вот кучу. Ну, я продолжаю. Не знаю. Я голодный насчет шурфа. И сейчас копаю, 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 просто, знаете, чтобы снять с себя ломку. Месяц не копал. Жене говорю, сегодня я возьму выходной, поеду покопаю. Просто, ну, хочется под лопатой, чтобы хрустело, под металлоискателем что-то звенело. Вот, и приехал вот снять ломочку. Да, сегодня будничные дни, по-моему. Вот, и как бы решил отдохнуть. Собаку с собой не взял, ну, потому что населенный пункт, машины ездят. В общем,
без палева копаю. Вот, вот так вот. А комрад рядышком ошибся. Буквально. Хотя не знаю, может быть там дом был, здесь гончарка. Вот, но так рядом гончарка, не знаю. Ладно, поехали дальше. Дорогой подписчик, в связи с отключением монетизации хочу обратиться к тебе с поддержкой канала. Если вам нравятся мои видео и не хотите, чтобы я покидал YouTube, от вас нужна материальная поддержка. 50 рублей для вас ничего, а для меня мотивация. Продолжать вас радовать новыми выпусками. Приму любую поддержку. Номер карты под видео в описании. Заранее спасибо. Итак, ребят, начинаю следующий файл вот из такой уже кучи. Куча, блин, смотрите. И туда она дальше вниз падает. Вот. И, наконец-то, сигнал был. Монета. Это 2 копейки. 2 копейки. Скорее всего, 24-й год. 25-й это раритет. И чтобы он попался, это маловероятно. Вот такая вот зачетная монета. Че я так вздыхаю, ребят? Вот сколько здесь керамики, было бы столько монет. Я бы вообще довольный был. Керамики много, а толку никакого. Сейчас еще полчасика покопаю, не будет монет, уйду отсюда. Все, идем, смотрим. Итак, ребята, все, накопался керамики. Буду присыпать свой шурф. Керамики получилось, в принципе, много. Много керамики вообще получилось. Очень много, ребята. Дна даже не видно. И меня смущает один вопрос. Если это была мастерская, гончарка, то объясните, почему делают такие горшочки здесь? Да, он новый. И более старые горшки. То есть вот это вот 18 век. Вся черная керамика. Это 18 век. А вот такая вот керамика. Это уже 19-20. Да, горшочки как бы некоторые новые абсолютно. Вот, вот видите, старая. То есть можно еще определять по слому, по текстуре надлома. Крупная — это старая, мелкая — это новая. Вот так вот. Объясните, пожалуйста, гончарка это или что это такое? Все, сейчас перейду где-то туда шурфологу. Без монет домой уезжать как-то нехорошо. Погнали засыпать. Итак, ребят, перебрался я в более светлое место. Конопля, крапива. Поняли, да? И как бы вот такую ямку уже выкопал. Устал. Говорю земляному деду, пока монету не откопаем, горячий сладкий чай не попьем. Плюс беляшки там. Вот, и монетка, ребята. Монетка зелененькая. И эта монета всего-навсего 10 копеек, судя по всему. Да, 10 копеек, наверное, щитовик или рамочник. Рамочник, скорее всего. Какой год? Плачевно, не знаю. Был бы 42-й, было бы классно. Ладно, сижу в яме. Итак, ребята, хочу онлайн, потому что сигнал хороший. Это... Это, да,
Не ошибся, это у нас монета. Желтая, здесь черная. Так, ну, судя по размеру, это двушка. Ранние советы, шурфа. Вот такой вот внешний вид. Ладно, 2 копеечки. Надеюсь, 27-й. Уху! Пойдем, копаем. Итак, ребят, что-то мне сегодня все кажется 25-й год. Ну, я знаю, что это по металлу 26-й, может, 28-й. Но мне все кажется 25-й. Это уже не в первый раз. Сегодня кажется. Двушку 24-го тоже откопал. Бура. Еще одна, судя по всему, двушка. Прям вот так вот она и скатилась. Прям вот так скатилась. Так. Ну, не знаю. Сохран. Фундаментный. Старый. Не знаю, посмотрим. Почистится, нет. Время покажет. Ладно, хоть монетки немножко сыпятся. А так, тяжеловато. Трудовые монеты. Я уже стою. Бух! Ребята, вот, посмотрите. Попупок. Попупок. А до материка еще как бы далеко. Прям монеты идут оттуда. Ладно, идем, копаем. Итак, ребят, подрезаю стеночку. Монета сама выпала. Прям искать даже не пришлось. Так. С одной стороны сохран хороший, с другой стороной печалька. 40-й год. 2 копейки. Что-то на двушки меня сегодня везет. Прям двушки, двушки, двушки. Царскую двушку надо теперь. Царскую. Ладно. Погнали. Так. Пятачок вижу. Но пятачок какой-то верховой. То есть окислов на нем нету. Так. Восьмерку вижу. Значит, 28-й год. Походу он отсюда вот свалился. Окислов нет вообще. Чистенький такой. Ну, а сохран на 2,5. Может, на 3. Ну, пойдет. Ну что, потихоньку здесь подрезаю, потому что там уже пошел как бы материк. И с подрезки выпала монета. Приятная монета. 20 копеек. Щитовичок. Да. Щитовик. Приятный сохран. Будет бодрое. Надеюсь, 34-й какой-нибудь. Нет. Всего-навсего 33-й. Не дотянул один годик. Знаете, да? 34-й год. Монеты дорогие. Ладно. Пашем дальше. Ребят, шурфить я больше глубоко не буду. Всего 2 штыка. Потому что, как бы, труда много, а результатов мало. Крупная. Ага. Крупная. Да ёптвею медь, Саша, ты еще рукожопый. 2 раза по монете засадил. 34-й год. Ой, 24-й. Гурт у нас лысый. Лысый гурт. Какой у нас ценится, ребристый или лысый? А? Пишем в комментарии. Режем. Итак, ребят, на этом, наверное, буду и заканчивать. Зашурфились мы. Покопали, душеньку отвели. Потом попробовал по верхам походить, ничего не нашел. Вот. По традиции, наверное, обзор находок. Ну, смотреть, конечно, нечего, но все же.
Три меди. Трешка, двушка и копейка. Копейка царская, самая первая. Я думал, будет день шикарный, а получилось такой себе. 24-й. Два пятачка. Оба, по-моему, 30-й. А, нет, 30-й и 28-й. Вот. И по советам как-то вот так вот. Порадовало, конечно, металлопластика. Я обожаю вот такие вещи. Жалко, что она вот с утратами. Знать бы, что за продолжение здесь должно быть. Я, конечно, полазю по интернету. Может, что узнаю. Так что, ладно, все. По находкам все. С этой деревней все. Поехал домой.